Так, привет, народ, добро пожаловать в грех тех с тех времен. Что произошло за кадром? Ну, у меня тут перерабатываются руды. Пошел, накопал Калея. Сюда еще пока не испытывал, но поставил редстоун движок. Раньше когда-то он как бы качал вот эти вот. Так что, может, не удастся на халяву воду качать. Я вот не помню, в какой версии убрали, что он уже не может качать воду. Вот, у меня довольно-таки неплохо работает ферма дерева. Дальше пережигается уголь. Ну, как бы изначально хотелось так вот чаркол и вот кол. Но я еще хочу сделать пережог с помощью... как они там называются, рейлкрафтовских печек. Вот они, куки. Для этого мне надо брики. Для бриков мне надо вот это вот дело. Так, мне, наверное, сюда ускоритель было бы неплохо поставить, чтобы она быстрее их воспроизводила. Вот, тут у меня ведется селекция. Ну, что-то выросло быстрее всего это цветочки. В лучшем случае это будет какой-нибудь черный цветок. Терн или как он там. Вот, тут ничего особенного не скрестилось. И у нас пришла ночь. Кстати, эти самые довольно-таки легко копается глина на реке. Вот, вот, вот там вот на реке этой глины хоть чем хочешь ешь. Так, дальше идем поспим. И мне, я думаю, все же было бы неплохо сделать 24, ну пускай переплавляет. Вот эти вот двигатели, вот эти вот, они чуть-чуть по мне мощнее. Steam Engine, да? Они тут должны же быть где-то. Я уже забыл, как они делаются. Позолоченные. Я, наверное, тут сделаю их два штука. Если я только всю древесину не угробил на... Так, золото у нас тут было, да? Вот еще золото. Нам надо поршень один. Поршень 2, железо. Я думаю, пока что 2 сделаю движка, так. И редстоун, да. И нам надо вот эти вот превратить в это. Сделать поршень. Сделать палочки. Раз, два, три, четыре. Так, из них мы делаем, как всегда, шестеренки обкладываем этим и покрываем золото. Золото маловато, значит, вот это надо. И стекло, про которое я забыл. Так, шестереночки 4 есть и 4... Чё, не хватает? А, этих не хватает. Так, у нас 4 нубовских двигателя. Ну, как бы нубовские. Так. Санта. Откуда у меня Сант взялся? Так, берем это и делаем вот, вот это. 16. Мне, по-моему, их надо больше. 27, если не ошибаюсь. Так, где у нас будет пережигаться, ну, потому что это надолго довольно-таки. Да ладно, если что, потом мы разберем. Так, 16. Внизу оставляем дыры. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, внутри, по-моему, должна быть пустая. Ага, делается. Ладно. Дальше. Мне надо биллкрафтовские... Из-за чего это все делается? Это делается вот для этих. Так, Биллкрафт Ассемблер. Надо редстоун. Ладно, алмазов я накопал. Так, алмазная шестеренка. Как она делается? Золото, железо. Какой процесс длинный.
Железо. Золото есть, камни есть, железо, золото, алмазы. Значит так, делаем одну шестеренку каменную. Это самые крутые шестеренки сейчас будут. Из нее камень, из нее железо, из железа золотую. Это уже композит получается. 3-4, это уже алмазом покрываем. Я вообще-то сделал, чтобы пылью можно было. Так, и мне надо обсидиана. 30 я накопал. Больше не хватило нервов. Так, Assembler Table. Advanced Craft Table. Это автокрафт. Так, и... Давайте два лазера. Ну, у меня не просто... Жаба душит ресурсы тратить... Памкин тут, это сюда, железо это сюда. Так, мне нужны трубы. Наверное, как всегда, будем использовать золотые. Сейчас вопрос. Так, ты еще воду подаешь. Иди сюда. Глаз. Я же хотел клей сделать. Почему я глаз закинул? Так, мне надо золотые трубы. Много золотых труб. Так, и золото. Золото у меня с собой нету. Так, золото и... золото, оно просто самое быстрое. И сделать из них электротрубы. Сколько? Ну, давайте 5. Надеюсь, хватит. Электрические трубы. Мне к ней надо будет воду подводить. Тогда это все дело у нас будет стоять тут. Труба электрическая. Так, значит, сюда мы ставим лазеры. Ну, они же, по идее, должны доставать до этого. Пока что два. Их чем больше, тем лучше. Потом сюда. Я вот не помню, они стыкуются или надо именно через деревянные. Нет, они так не стыкуются. Надо деревянные трубы. Трубы деревянные, оловянные. Так, деревянные трубы делаются из досок и вот этого. Пока что мне сделай одну деревянную. Мы к ней будем подрубать. Так, как тут мне прикольнее сделать, чтобы везде доставали трубы? Дерево сюда. И так. И вот так, что ли. Сюда у меня нету водяной трубы. Сюда Golden водяная. В принципе, по-моему, она и сбоку выдает. Так, если я врубаю. Ты дашь энергию? Вот. Ну, посмотрим, накачает ли она. Хотя вот она может и сюда давать. Тут качает. Так, у нас там должен... Ладно, подождем немножко. Так, 64. Плюс песок. Блин, песок кончается. Это у нас Биллкрафт. Блоки. Нет, это не Биллкрафт. Это Рейлкрафт. Вот эту штуку мне надо. Марью Ивановну хочу. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
есть. Так. Структура собралась. Так, тебя значит, сюда. 64 дрова есть. Давайте гнать. Очень медленно будет работать, но она дает криозот. Криозот это тоже топливо. Так, судя по всему, эта штука тут не работает. Только вот это. Да. Такие я правильно понял. Ну, тогда мы тебя забираем. Так, вы наполняетесь водой. Так, чтобы получить Биллкрафт, Григи Биллкрафт силикон, мне надо любой гейт. Этого надо Red Pipe, ну вот допустим вот этот я хочу. Ага, это просто. И это получается с помощью Red White. Так, красный краситель, Redstone и... Смотрим, и железо. Проволочки. Раз, два. Раз, два. И... Так, ты уходишь сюда пока что. Краситель. Не помню, два получится красителя или один, два. Четыре. А, эти забыл. Подачу... Вот эти надо. Ну и плюс топливо тоже ж надо. Значит так, мне надо 4 проволоки. Так и краситель. Вот это делай. Значит, сюда. Там ты вроде бы накачала. Ты полная. Хорошо. Так, ты сгорела. Ну, ладно, режим экономии. Так, сюда топливо. Один топливо. Правда, они пока раскочегарятся. Это очень долго будет. А, еще надо ящик поставить. Наш ящик все выкидывает. Ящик. Ящика у меня нету, значит, будем делать ящик. Так, процесс там пошел, не пошел. Так, это разогревается, этот... Так, маленькая милипиздрическая пошла. О, что-то пытается сделать. А, этот не включил. MJ. Ну, разогревайся ты. Вот, маленькая полоска. Да, боюсь, что даже два лазера не хватит. 8. Это 8 этих. Эти делаются. Ага, ясно. Пять, 1,6 уже выдает. Это 3 будет выдавать. Блин, маловато. Тут, наверное, будет сложно и лазеры такие накачать. Ага, один уже сделала. Вот они, 8. И потом будем Redstone Chips делать, да? А сайт на Assembler Table делается. Готово. Теперь сделай мне раду 3, 4, 5, 6, 7, 8 чипов. На это требуется, на это 500, а на это требуется 10 тысяч. То есть это очень долго будет происходить. Так что можем про это забыть. Так, ты в порядке, ты тут работаешь. 47. Так, тут что у нас происходит? Один чаркол есть. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жар. Так, это забираем. Обсидиан сюда.
трубей всяких получилось, да? Да много. Так, розы ред. Это тут у нас будет 16 сюда. Не кирпичи, это, наверное, все же тут. Редстоун, факела, редстоун сюда. И дальше это сюда. 5 редстоун осталось. Так, эти тут. Идем поспим. Так, он там пережаривает, переделывает. Давай перерабатываем. Так, у нас мессератор такой. Я хочу Билкрафт его нету просто на все. Блок Билкрафта. Ну ладно, так поищем мацератор. Так, вот как этот конвейер делается? Это две микросхемы, стекло и батарея. Мне их надо, две микросхемы. Микросхемы у меня... Ой, как у меня всего мало. А мне же должно было быть 28. Ладно, чувак, извини, я тебя отберу опять. Ты мне... Ну, не жарить надо, а вот это вот делать. Мне очень микросхем надо много. Так, что у нас тут? Что-то растет. Кстати, у нас тут, наверное, этот весь созрел. Наконец-то. Ну, еще пару есть. Тогда не трогаем. Так, что мне надо дальше? Саженцев у меня маловато. О, уже желтая, да? Ты хоть одно сделал? Не сделал. Это тут долго будет работать. Так, я хочу все вот это дело превратить в другое дело. Так, компрессор вот есть. Сейчас ты у нас пережаришь. Так, сколько у нас еще тут? Полно. Тут влазит, вообще влазит. Все, так, это мы забираем. Хорошо, мне надо микросхемы. Микросхемы Перфайна Тайрон. В смысле... Ух ты, топливо кончилось. Это не есть хорошо. Так, Перфайна Тайрон, мне надо тин. 12. Я, наверное, за кадром пойду, наберу. Так, на сегодня, наверное, все. Я что хотел сделал, у меня вот эти вот производятся, да. Это делается. Только тут, конечно, кокс надо делать, но я пока что запущу. Вот первая Redstone чип есть, его мы можем... Ну, это автокрафт называется, так. Чипы всякие сделать. И 20 тысяч. Вот эти гейты мне нужны. Подождите. Чипы. Чипы. Чтобы получить нормальные чипы, допустим, железные. А, их просто складывать надо. Iron Gate получается. Железный плюс... А железный это железо плюс... Ну ладно, сделаем пока такие. Вот, я побежал, короче, у меня топливо кончилось, да? Побежал набирать себе топливо. А то, что оно у меня кончилось, да? И, короче, за следующей серией продолжим. Я, наверное, их превращу... Что я планирую? Превратить вот эти в грехтеховские. Да, а потом... Так, ты вырубись, ты еще взорвешься. А там уже видно будет. Скопаю вот это все и увидимся. Ладно, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии. Пока.